Всем привет, и с вами Арманиус, и мы продолжаем играть в игру под названием The Sims 4. И это 38-я серия моего летсплея. Так, давайте мы поставим обычную скорость и... Так, что же у нас происходит? Ребят, посмотрите, что это... Подождите, я не могу понять. Что с нашим деревом, ребят? Почему на нем ничего нет? Странно, ребят. Привязать. Вы недавно придавали форму этому дереву, бонсай. Подождите, пока она подрастет, прежде чем заново менять форму. Очень странно, ребят, я не знаю. Мы даже его не трогали, я не знаю, почему так произошло. Итак, пускай ему идет, примет душ. Примет горячий душ или на размышление. Да, кстати, я ее переодел. Вот так теперь она выглядит. Так, кстати, она похудела. Она всю ночь бегала на беговой дорожке. Так, Роберт. У Роберта отличное настроение. Сегодня у нас воскресенье. Так, сегодня у нас выходной, да? Он идет, хочет прогуляться в космосе. Он идет в космос. Это вот эта, да, игрушка? Да, очень классная игрушка. Но раз он хочет, пускай идет, играет. Не будем ему мешать. Подождите, а что там за девочка идет? Смотрите. А, это мальчик. Мне показалось, что это девочка. Ладно. Пускай идет. Так. Кассандра. Кассандра, что с тобой? С тобой пока что ничего интересного. У тебя просто отличное настроение. Чем бы тебе заняться, даже не знаю. Пускай идет, играет концерт. Искать вдохновение, сыграть песню. Интересно, а как вот научиться писать свои песни? Вот. А может быть, на компьютере можно писать? Давайте посмотрим. Заказать, придумывать шутки, писать, Нет, это не то. Нужно что-то... Нужно что-то вот такое, связанное с музыкой. Я вот не помню как. Ну, кажется, можно как-то создавать песни. Только вот я не знаю как. Давайте посмотрим, у кого есть навык пакости, потому что нам бы нужно его поднять. Навык пакости 1. Кажется, у него второй... Уровень, да. Если он сейчас поднимет навык пакости, мы сможем заказать куклу Вуду. Или нам, наверное, вряд ли кукла Вуду нужна. Зачем нам кукла Вуду? Я думаю, я лучше заведу эту куклу в этом летсплее 100 детей. Точнее, челленджи, да. Получим навык моторики. Так, Эмма. А, Дон у нас сейчас работает, да? Так, Дон... Дон вряд ли повысится, потому что ему нужно получить навык обаяния, и я совсем забыл про это. Так, Эмма. Эмма моется. Так, потом она сходит в туалет. У нее бодрость плохая. Ну, конечно же, плохая, потому что она всю ночь бегала. Приготовить изысканное блюдо и либо съесть кора ягненка. Есть у нас? Лосось. Да, вот, кора ягненка есть у нас. Пускай она съест его. В предыдущей серии мы вырастили цветок смерти. Да, теперь у нас есть очень много видов цветов смерти, цветка смерти. Подождите, сколько у нас? Я не помню. Львиный зев. Вот цветок смерти, вот здесь цветок смерти. Как видите, он растет как-то по-другому, не как остальные. Кассандра должна приступить к работе через час. Кассандра, ты должна идти на работу? Давайте-ка мы посмотрим, что это нужно. Ежедневное задание сочинять шутки и упражняться в музыке. Придумывать шутки. Тогда придумывай шутки, потому что что-то я даже забыл об этом. Так, Мелисса у нас... Мелисса чем займется? Она, кстати, же писала книги. Почему? Давайте посмотрим, какие книги она писала. Продолжить писать. Барсуки и как их гладить. Да. Продолжай писать. Кэлвин сегодня работает? Нет, он сегодня не работает, отлично. Поэтому он идет рисовать шедевры. Потому что нам нужно выполнить жизненную цель. Так-то что у нас? Это какая-то картина. Мы ее продаем. Не так уж она и дорого стоит. Поэтому мы нарисуем сейчас реалистичную картину за 107 миллионов. Морской ангел до сих пор у нас. Интересно, а Эмма сегодня работает? Эмма тоже работает. И ей нужно что-нибудь сейчас приготовить. Блин, она так устала.
Пускай она поест и отправится на работу. Блин, а чё она не убирается-то? Пускай поест, отлично. Кассандра сейчас немножко попридумывает шутки и отправится на работу. Так, Роберт у нас играется. Вау! Какая, ребят, красивая девочка. Я даже знаю, кто это. Джема Гангадзе. Это дочка Гангадзе, а это кто? Джессика, кажется. Вот эту девочку я, кажется, создавал сам. Ну, точнее, я просто сделал так, чтобы она родилась у них. Давайте мы ее пригласим ее. Очень красивая девочка. Давайте поболтайте. Присоединиться. Присоединяйся, играйся с ней. Эмма должна приступить к работе через час. Эмма, чем бы тебе заняться? Я даже не знаю. Так, все, она поела уже. Пускай она почитает книгу. Она так устала. Так, где у нас книга? Изысканная кулинария. Мне нужен второй том, если не ошибаюсь. А, это заново читать, да? Поэтому мы навык не повысим, да, получается? Нам нужно третий том, да, уже? Неужели так быстро? Уже третий том. А нет, навык повышается. Нет, все-таки второй том нужен, да, пускай читает. Ты должна отправиться уже на работу, не опаздывай. Пора на работу, давай. Все, ты попридумывал шутки. Хотя бы 25% это уже хоть что-то. Кэлвин у нас рисует. Надеюсь, он нарисует шедевр. Мы еще ни один шедевр не нарисовали. Мы должны заняться этим. Так, она что делает? Она пишет книгу. Ксандра отправляется на работу. Интересно, она получит повышение в этой серии? Я думаю, если она постарается, то, возможно, она получит повышение. Но это маловероятно, ребят. Так. Я думаю, вам нужно поболтать. Давайте вы отойдете вдвоем. Ты можешь ее позвать, например, сесть сюда? Сесть вместе. А, нет, подождите. А, вместе сесть нельзя. А как ее позвать? Попробовать успокоить. А что с ней? Она сердитая, странно. Надо ее успокоить. Так, Эмма. Эмма отправляется на работу, она очень устала. И нам бы нужно повыситься, ребят. Потому что у нее есть это в жизненной цели. А нет. Мы уже и так повысились. У нас что, четвертый уже? Что-то я даже не помню, чтобы мы повышались. Ну ладно. Эмма, давай упорно работай. И давайте мы посмотрим. Создать три типа превосходных блюд. Да, я думаю, мы это сделаем обязательно. Так, Кэлвин. Кэлвин у нас танцует. Давайте мы выключим, сменим одежду на обычную. И бегом рисовать. И, к сожалению, это не шедевр. Сколько он стоит? 353 миллиона, довольно-таки нормально. Давайте мы еще что-нибудь нарисуем. Например, уверенную картину. Давай. Кстати, а где книга? Куда он книгу положил? А, вот Эмма положила сюда книгу. Пускай она лежит там. Так, он игриво рисует уверенную картину. Так, она пишет книгу. Посмотрим, что же она там напишет. Так, а почему вы не сидите вместе? Где? Вот она. Вау. Что она делает? Она играется. Попробовать успокоить. Скоро Дон перейдет в мир иной. Проведите последние дни с пользой. Ребят, нас даже предупреждают. Жесть. Ой, что-то у нас вообще с ней все плохо. Ай, блин, что же нам делать? Дружелюбно, можем извиниться, да? Давайте извинимся, я не хочу с ней ругаться. Мы должны с ней подружиться, обязательно. Вот, она нас извинила. Восторгаться леденцом.
Давай-ка, ты будешь... Что еще? Кэлвин хочет отпраздновать день рождения, устроив потрясающую вечеринку. Точно, ребят, у него день рождения. Я совсем забыл. Можешь публиковать свои книги. Болтайте, расскажи анекдот какой-нибудь, пускай она посмеется. Что еще? Попробовать поболтать? Ой, что это? Наконец-то наступает конец смены, но Эмма не может уйти домой. В кассе недочет. Эмма знает, что этого... Что этого не ее вина, и думает, пожаловаться ли на коллегу или сохранить молчание. Пожаловаться на коллегу? У нас тогда будет рост производительности, это нам нужно. Я уже помню это задание. Тогда мы не жаловались, а в этот раз мы пожаловались. Так. Что вы там? Давайте еще что-нибудь. Скорчи рожи, например. Веселые действия. Дурачиться. Потихоньку мы с ней Ей не нравится? Ладно, она в ненастроении сегодня. О, она успокоилась. Мы ее успокоили, ребят. Круто. Так, давайте мы попробуем поговорить. Так, что мы можем сделать? Узнать как... А, узнать лучше. Давайте мы узнаем лучше. Она очень красивая. Так, Кэлвин, у тебя сегодня день рождения, мы совсем забыли про это. Меломан она у нас. И, к сожалению, он опять не нарисовал шедевр, поэтому мы его тоже продаем. Хотя мы все картины будем продавать, я просто говорю. Так, шедевр, еще одну уверенную картину давай. А потом мы уже спразднуем твой день рождения сами дома. Надеюсь, Мелисса сможет приготовить торт какой-нибудь праздничный. Давай попробуешь приготовить, потому что... Да, потому что нам нужен торт. Бисквитный торт, например, давай. Мы его, кажется, еще ни разу не готовили. Давай, Мелисса, мы на тебя надеемся, что ты сможешь приготовить торт нам. Подожди, а что ты домой идешь? Не нужно домой идти, еще можете поболтать. Узнать, как прошел день. Веселые действия показать, процитировать персонажа из мультика. Она скучает, ребят, это редкое. Почему-то она решила пересесть. Веселое действие. Скорчить рожу. Пакость. Кажется, у него повышается быстро навык пакости. Хотя, кто знает. Скорчить рожу. Давайте еще раз. Искренний комплимент. Смешной разговор. Рассказать анекдот про бананы. Так, Дон превосходно справляется с работой. И, к сожалению, нас уже, как сказать, известили, что Дон уже умрет от старости, да. И с этим уже, ребят, ничего не поделаешь. Здесь совсем осталось чуть-чуть, и все. Да. Жаль, конечно, но что поделаешь. Роберт у нас получил 5-й навык в уровне общения, и мы совсем... Мы даже не повысили никаких. Просить провести время вместе. Давайте. Завтра в школу, ребят, да? Ну же. Я могу еще немного побыть. Извиниться. Давай, извинись. Окей, ладно, давайте мы не будем мешать, потому что она что-то сегодня такая злая. Ладно. Потом поболтаем просто по телефону, а пускай он отправляется домой. Кэлвин. Кэлвин сейчас правит день рождения сам, потому что он уже, думаю, большой. Добавит свечей на торт. Добавляя свечки. И давай-ка мы сейчас делаем, уберем, празднуем, задуем свечи, попробуем торт. Задуем свечи, ребят. Ну давай же, у тебя должно все получиться. Кэлвин теперь взрослый персонаж.
Итак, взрослая жизнь. Вас ждут осуществление мечт, планирование пенсии, кризис среднего возраста. Отличное время начать выполнять свои жизненные цели. Ребят, я только сейчас понял то, что наш Дон может выйти на пенсию. Почему мы мучаемся, идем на работу? Ведь можно как-то выйти на пенсию. Только не знаю. А вот, выйти на пенсию, ребят, давайте выйдем. А то чем мы идем на работу, раз мы можем получать деньги, просто сидя дома и получая пенсию? Вы уверены, что Дон должен выйти на пенсию? Да, конечно, я уверен. И что сейчас произойдет? К сожалению, ему осталось совсем немного. Дон выходит на пенсию, капитан команды танцоров. Он будет получать пенсию каждый день соразмерно зарплате. На момент увольнения пора расслабиться и отдохнуть. Почему-то здесь не пишут то, что он получает пенсию. Это очень странно. Так. Он хочет спать, поэтому пускай спит дальше, потому что он очень устал. Наверное, в следующих сериях он уже умрет, да, к сожалению. Уверенная картина, ребят. Вау! Крутая картина, ребят. Но я все равно продам. Давайте мы нарисуем картину классическую. Нет, что мы можем нарисовать? Картина в жанре поп-арт. Давай. Грустная, а что ты грустная-то? Она плачет. Странно. Одиночество. Не нужно плакать. Он решил тоже лечь спать. Думаю, нет, тебе пока что спать не нужно. Тебе нужно сходить в туалет. Нет, туалет вот этот ближе тебе будет. Давай, иди, используй его. Эмма тоже очень устала. И повышение она, к сожалению, не получит сегодня, да. А чё она плачет, ребят? Блин, странно как-то это все звучит. Роберт пускай сходит в туалет и поест торта, которого мы только что сделали. Взять кусочек. Она справляется отлично с работой и приходит домой, наша Кассандра. Она должна поздравить нашего Келвина с днем рождения. Давайте мы поздравим. Надеюсь, что такое действие здесь доступно. Кстати, у нас дома темно, давайте мы в эту комнату добавим какой-нибудь свет, потому что, блин, темно, ужасно. Сейчас я найду что-нибудь. Ой, куда зашел? Мне нужно освещение, да. Так. Например, вот это. Нет. Тоже не подходит. Вот так-то лучше, ребят. Или что это? Я что-то не могу понять. Нет, наверное, вот это лучше будет. Да, вот. А то в некоторых местах то светло, то темно, странно очень. Зато теперь в их комнате светлее, ребят. Намного светлее. Круто, все. Так, давайте. Как мы можем... Что мы можем сделать, я не знаю, например... Так, гладить по щеке. О, нет, это не то. Другие варианты. Делиться творческими идеями. А ты можешь его поздравить с днем рождения? Есть такое действие? Странно то, что разработчики не добавили такого действия. Я думал, что есть, но, к сожалению, нету. Пускай они еще болтают. Роберт, ты поел? Ты чего не ешь? Давай ешь. Это мы убираем в мусорку. И потом тебя отправляем спать. Да, ты пойдешь спать. У нас вырос этот цветок. Не цветок, а питая. Нет, не питая, а... Жвачное растение до сих пор еще не выросло. Они так долго растут, ребят, жесть. Так. Келвин рисует и разговаривает со своей Кассандрой. Кассандра может метнуть безумный взгляд, например. Так. Давайте посмотрим наш этот... Да, ну он такой же и остался, ребят. Здесь почти ничего не изменилось. Только что вырос наш Роберт. И если он найдет себе девушку, это еще дальше будет... Я обязательно хочу, как сказать, хочу обязательно разветвлять вот эту родословную. Вот, например, у нашей, как ее зовут, там, Мелиссы совсем другое генеалогическое древо, и у Келвина совсем другое, но все равно, да.
У всех отличается. Так, Эмма долго очень работает. Очень долго. Так, а Эмма может поспать там? Хотя это нет, это будет очень плохо для нас. Поэтому лучше пускай не спит. Как видите, Дон очень быстро постарел и скоро умрет, а вот Эмма, она выпила зелье, и теперь она остается жить. Да. Так. Давай рисуй. Давайте мы купим награду для нашего Келвина, пускай он повышает тоже быстро навыки. Вечный лентяй. А что есть связано с художеством? Специалист по плитам, зелье молодости, деловая хватка, наставник, жаворник, так, жаворонок, быстрое чтение, растворимая стройность, вау, как это круто, решение проблем настроения, нет, наверное, мы еще будем копить и докопим до эрудита, да? Наверное, тоже докопим, потому что, да, думаю, надо докопить. На работу через 2 дня. Он уже завершил задание. И скоро мне нужно заканчивать серию уже. Все спят, кроме Кассандры. Кассандра что делает? Что она там делает? Что она ругается? Не могу понять вообще. Принять пенную ванну. Давай, ты прими пенную ванну. Потому что ты что-то у нас сегодня напряженная из-за работы, да? Ну, ничего страшного. Давай, прими пенную ванну и сиди уже. Поднимай свое настроение. Кстати, очень быстро поднимается настроение, смотрите. А нет, показалось. Так, Дон спит. Поздравляем, Келвин заканчивает рисовать шедевр. Неужели, ребят, за эту серию мы смогли уже нарисовать этот долбанный шедевр? Ура. А чё так вот дёшево-то? Странно. Давай еще что-нибудь. Вот эту картину. Надеюсь, что это тоже будет шедевр. Давай. Келвин, ты сможешь. Ты все, ты приняла душ. Вставай. Уже с ванной, и давай-ка ты займешься чем-нибудь интересным. Давай ты будешь играть на скрипке ради удовольствия. У нас пока что плохо получается, но скоро у нас будет очень хорошо все получаться. И мы рисуем что-то очень интересное. Надеюсь, это будет шедевр. Вот наверху, кажется, у нас шедевр. Вот это вот шедевр, ребят. Он стоит очень дорого. Видите, написано «качество шедевр». На работе отлично справляется, так. Эмма получает дополнительный день отпуска. Интересно, а как вот им воспользоваться? Вот не могу понять. Взять отпуск. Что ли, только так? Или мы можем просто не прийти? Я не понимаю, ребят. Получается, если у нас есть день отпуска. Вот у всех он есть. Но если... Это типа мы можем бесплатно, да? Не ходить или как? Что-то не могу понять. Ладно, я думаю, потом пойму. Но у нее все равно 3 дня выходных. Или что это? Странно, написано, что через 16 часов. Но здесь понедельник, среда и четверг, они не светятся. Ну, то есть... Ну, то есть, вот эти вот дни, вот она, кажется, работает, да? А вот эти дни она отдыхает. Поэтому, наверное, завтра она не пойдет уже. А нет, хотя у нас только сейчас понедельник. Блин, что-то я туплю. Ладно. Иди спать. Да, ты должна выспаться. Давай, иди спать. Очень устала она. Что-то у нас играет. Поздравляем, Келвин заканчивает рисовать шедевр. Вау, второй шедевр. Это круто. И сколько он стоит? 840. Довольно-таки нормально, ребят. Все, ребят, я заканчиваю серию. Надеюсь, она вам понравилась. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео. С вами был Арманиус. Всем пока.